Болгарская пища. Креветки из Эквадора. Должен сказать, что в этих креветках абсолютно нет льда. Они продаются зеленого цвета, свежие, вкусные, необыкновенно. Здоровенные, смотрите, какие здоровенные креветки. Не знаю, как у вас, у нас в Украине такие креветки, обложенные льдом, облиты водой, замороженные, и вес льда на каждой креветке превышает саму вес креветки минимум в два раза. А тут, смотрите, какие здоровенные. Вот так вот выглядит Болгария, и вот такие продукты она дает. Вот помидоры, ну, необыкновенно вкусные. Перец просто афонаренный, я не знаю, у меня слов нету. Ну просто сыр болгарский, это же вообще сырене, вот это называется сырене. То есть такой белый, мягкий сыр. Ну, короче говоря, приятного аппетита вам и мне.